Приветствую всех. Очередная биметаллическая монета. Страна Великобритания. Номинал монеты 2 фунта. Год выпуска 2018. Монета биметаллическая. Центр медно-никелевый сплав. Кольцо. Никелевая латунь. Гурт у монеты ребристый. С узором видно плохо. Вес монеты 12 грамм, диаметр 28,4 миллиметра. Монета посвящена столетию королевским ВВС. Вышла эта монета в составе набора из 5 монет. Первая монета общая, 100 лет ВВС королевский, и 4 монеты, посвященные различным самолетам, вертолетам. Вот одна из них посвящена самолету Авро Вулкан. Вот Авро Вулкан — это стратегический британский бомбардировщик. Совершил свой полет первый 31 августа 1952 года. Выпущено было 136 самолетов, включая различные прототипы. Состоял на вооружении королевских ВВС 1956 года. 1984 год. И был этот самолет последним британским стратегическим бомбардировщиком. Это участвовали эти самолеты в Фолклендской войне. С Аргентиной делили острова. Последний полет совершил в 2012 году Фарнборо на авиасалоне этот самолет. Не восстановлен был один из самолетов. И с 2015 года больше не летают, потому что запчастей нет. Вот. Экипаж самолета 5 человек. Длина около 30 метров самолета. Размах крыльев тоже около 30 метров. Вот он здесь изображен, этот самолет, на фотографии. Здесь вот кабина самолета. Максимальная скорость 645 миль. Это где-то, наверное, в районе 1000 километров в час. 60 тысяч футов высота, на которую он может подниматься. Около 16 тысяч метров. То, что я смотрел по другим источникам, не знаю, совпадает, надо умножать там. И 4600 миль — это, по-моему, дальность максимальная. Тоже по некоторым источникам 9000 километров мог пролететь этот самолет. Вот. Мог он нести атомную бомбу, термоядерную бомбу на своем борту, ну или крылатую ракету с ядерной боеголовкой. Ну и обычных штук 20 бомб весом или калибром по 450 килограмм. Это достаточно мощный самолет был. Технические данные монеты. Вот вышел в таком буклете, вышел
Вышла эта монета без буклета. Не знаю, не видел в продаже. Посмотреть, появились, нет. Но в последнее время британцы у нас почти все в буклеты закатали. Так очень мало продают монет. Двухфунтовиков имею в виду. Вот на этом с этой монетой все. Всем пока. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Удачи, новых монет в коллекциях. Много и разных. Всем пока.